Друзья и комарады, приветствую вас на канале Мишка. Я учусь в Праге на парикмахера и хотела бы показать, какой чемоданчик с инструментами мне предложили купить. И вот сейчас как раз время Пасхи, еще интересно, хочу показать, какие делают дети в школе традиционные. Садят растения, они так очень быстро вырастают, туда яичко, зайчиков вот таких делают. А также отличие в том, что мы колядуем на Рождество, а здесь на Пасху дети, и причем сначала девочки колядуют, а через 2 недели мальчики. И вот мой мальчик отправился колядовать в школу. А я снимаю видосик. Смотрите. Ну, вот такой чемоданчик, куфер. Он стоит $200 примерно. Еще хочу сказать, что когда я шла с ним по улице в руках, на меня так все обращали внимание, потому что здесь никто ни на кого никогда не смотрит. Даже когда я одела один раз на Новый год шубу, на меня так не смотрели. Итак, открываем. Так, вот так он раскладывается. Здесь есть сметочка такая, новенькая, симпатичная. Заколочки всякие. Крабики, вот такие, потом набор расчесок, вот такие 7 расчесочек фирмы Мисаки, ну даже не Ягуар. Так, здесь такая массажная щетка, вроде бы как бы и бесполезная, но я видела, она стоит 80 крон. Опасочка. Бритва-опасочка. Так, ну тут там в подарок были гели для укладки волос. Так, здесь идет пеньюар для стрижки. Пеньюар для краски. Потом здесь такие фартуки для работы одевают парикмахеры. Фартук такой, видите, латексный, как сказала наша учительница садомазо. Самое ценное в этом куфре, чемодане, это ножницы. Вот такие ножницы и филировочные. Ну, их уровень стоимости, ну, 1000 крон и 1200 крон. Ну, то есть $40 и 50. Также щетки для укладки мужских волос и 4 для укладки женских волос феном. Вот такие еще в упаковочке свеженькие расчесочки. И еще здесь есть брызгалка для воды. Так что вот такой у меня есть теперь набор инструментов. Теперь я могу им пользоваться. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал Мишка. И пишите комментарии. Может быть, вам будет интересно что-то узнать дополнительно. Пока!